Всем привет! Пришла посылка с магазина Озон. Верстак. Ценой он мне обошелся где-то 1200 рублей. Запаковано, в принципе, неплохо. Сейчас посмотреть комплектацию, потом собрать его. Дома просто негде заниматься, иногда надо. Приходится чуть-чуть, даже хочу для нее сделать лист фанеры, потом сделать. И как типа маленький столик использую там. Что-нибудь попаять. В квартире мне места нету. Приходится паять где-то на кухне. Или что-нибудь помастерить. Что-нибудь придержать. И нету ничего. Фирма получается у нас с марта. Верстак, тиски, портативные размеры. Нагрузка до 100 кг. В принципе, это такой достаточно стандартный. Продается под разными фирмами. Самый дешевый. Конечно, хотелось бы что-нибудь посерьезней, типа Боша. Ну, это очень дорого. Может, в будущем куплю. Так что, наверное, его немножко модернизирую. Это в себе проявит он. Здесь крепление, упоры такие, пластмассовые, не резиновые. Почему-то я думал, что они будут ножки. И вот эти, они пластмассовые. Упора, или как они правильно, прижимные, а ножки резиновые. Ключ на 10 на 13, набор болтов и саморез. Это у нас, скорее всего, спрессованный картон. С этой стороны более-менее. Здесь типа линейка, ну, стандартно, да, это прессованный картон, надолго его не хватит, можно всегда заменить. В принципе, я думаю, собирается он быстро. В принципе, по идее, наверное, все на месте. В принципе, больше инструкции в бумажном виде нету. Скорее всего, она вот сборка нарисована. Что хорошо, что он складывается и много места не занимает. Производитель у нас Китай. Так что, если будут вопросы, задавайте. Я думаю, когда он будет у меня в таком виде, такой лист фанеры сделаю побольше, чтобы можно было тиски и на нем что-то делать, потому что здесь слишком маленький будет. Что-нибудь мастерить как раз будет лист фанеры. Наверное, тоже двадцатку какую-нибудь. Толстенький куплю. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь.
задавайте вопросы. Может, потом сниму вот видео, когда сделаю я немножко лучше его. Пока-пока.